Меня зовут Уэйд Уоттс. Отец выбрал это имя, потому что оно звучит как имя настоящего супергероя. Ну, а я оказался здесь. Ведь деться-то больше некуда. Кроме как в Оазис. Всем привет! Сегодня охренительный день, потому что только что мы тут довольно большой компанией посмотрели новый кинофильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который, я думаю, ждали все вообще хоть как-нибудь относящиеся к массовой культуре люди. Если вы последние 20 лет, в общем-то, были в тренде, смотрели фильмы, слушали музыку, играли в видеоигры, этот фильм определенно для вас. И нужно было увидеть то, что сейчас здесь происходило, потому что вывалило кучу народа из IMAX-зала, и все кричали, просто вот с такими улыбками ходили, делились эмоциями, потому что, мать его, это гениально, это лучшая картина, которая, в общем-то, появилась, я не знаю, за сколько лет. Ну вот, я даже не хочу думать, имея в виду массовый кинематограф. Я родился в 2025 году, но хотел бы вырасти в 80-х годах прошлого века. И это тот самый Спилберг, которого мы на самом деле много-много лет не видели. Тот Спилберг, который подарил нам «Парк юрского периода», тот Спилберг, который подарил нам «Особое мнение», ну, одни из лучших фантастических лент в истории кино. Это не просто рядовой блокбастер, да? Это фильм, который создает мир. Это война за контроль над будущим. Мы все видели трейлеры, да, мы все ими восхищались, видели там вот эти отсылки, пасхалки бесконечные, но весь этот трибьют массовой культуре, это на самом деле, ну, только вот такое поверхностное знакомление с фильмом внутри, это настоящий фильм Стивена Спилберга с охренительной атмосферой, с самыми разными героями, с настоящим чувством приключения, а главное, действительно придуманным специально для этого фильма миром, который, конечно же, является аллюзией на то, что нас ждет в VR в ближайшие годы. Это огромная виртуальная вселенная. Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать, но остаются, потому что могут кем-то стать. Весь этот фильм — это не просто трибют массовой культуре, да, трибют 80-м, 90-м. Он сам, да, по режиссуре, по тому, как он выглядит, по тому, как он звучит. А музыка здесь Алана Сильвестри, который, ну, на самом деле, редко сейчас что-либо пишет. Это фильм, да, по сюжету, по тематике, фильм из 80-х, из начала 90-х, про детей, которые оказывают сопротивление корпорации, злым боссам корпораций, которые на самом деле достаточно карикатурные, но все это и рождает то самое чувство приключения, которое мы получали от фильмов вот тех времен. И на самом деле здесь я затыкаюсь, потому что смотрел этот фильм я не один, со мной мои старые добрые друзья и коллеги. Да. Это Александр Кузьминко и Алексей Макаренков, с которыми мы много лет делали лучший журнал о видеоиграх в этой стране и даже в Европе. Леша, как стартер, давай. Ребят, короче, все очень просто. Я за каким-то хреном, простите, прочитал книгу, и первые 15 минут фильма я такой сидел и думаю, черт, почему же стилистика книги не соблюдена? А потом вот эти 15 минут прошло, я думаю, блин, к чертям! Просто нахрен эту книгу! Потому что то, что сделали сценаристы и режиссеры, это просто какой-то отвал башки. Если вы любите игры, если вы хотя бы чуть слышали что-то про игры, нужно брать и идти. И обязательно в 3D. 100%, без вариантов. Рекламные какие-то речи задвигаешь. Что-нибудь умное бы сказал. Вот позвали. Ты бланку ты там. Короче, слушайте, девочки, не ругайтесь. Во-первых, там есть бланка, и ты совершенно правильно, Леша, заметил. Этот фильм вообще, это энциклопедия гиковской жизни. То есть я в какие-то моменты замечал, что там... Меня поразило, насколько они очень всех, интересы всех затронули. То есть всех наций, всех любителей разных самых вкусов. Здесь есть даже, извините, Гандам против Годзиллы. Меха-Годзиллы. Не просто Годзиллы, меха-Годзиллы. Слушайте, короче, когда... Да, Гандам против меха-Годзиллы. Причем Гандам управляет японец. Вот так вот, да. Люди услышали со стороны, не видя фильма. Как многие из вас, я просто сбежал сюда.
но нашел нечто большее, чем просто себя. В общем, короче, могу так сказать. Если любите видеоигры 80-х, отлично. Любите Overwatch, отлично. Там, собственно, есть персонажи из Overwatch. Там есть намеки на Mortal Kombat в каких-то еще местах. Ведь смотри, какие чувак... намеки? Прямым текстом. Какие намеки? Тут есть горы, из которого вылезает чужой. Ну, ладно. Самое главное, последний раз, да. Там есть трибьют и даже огромная сцена, посвященная фильму «Сияние». И в какой-то момент Антон ко мне поворачивается и говорит, вот до этого был просто отличный фильм, а теперь гениальный. Просто этого никто не ожидал, да, к сожалению. Блин, не получается без спойлеров, но знаете, просто там они в какой-то момент, да, попадают в «Сияние», при этом один из них его не смотрел. Наше поколение называют потерянными миллионами. Потерянные не потому, что мы ушли и пропали. Идти-то ведь некуда. Ну, а для тех, кто не знает, фильм-то на самом деле про то, что наступило мрачное будущее, в котором все живут в трущобах, но вот попадают в виртуальный мир, в игру «Оазис», и там, в общем-то... Там дальше все вот это начинается. Да, да, там дальше вот это все начинается, и на самом деле, да, это весь фильм трибьют тому, что начинает сейчас происходить с онлайновыми играми, куда движется VR, и, в общем, мы рано или поздно все там будем, я, мне кажется. Я даже больше скажу, главные враги — это те люди, которые хотят сделать этот мир free-to-play. Это просто главные антагонисты всего фильма. Негодяи, корпорация игровых разработчиков. Оазис — это творение гения Джеймса Холлидея. Я создал секретный объект — пасхалку. Кто первым найдет, получит полтриллиона долларов и полный контроль над Оазисом. Короче, братцы, если коротко совсем, да, это просто гик-мечта. Вы посмотрите этот фильм в кино, потом обязательно купите на Blu-ray, и вот каждую просто вот секунду паузы и рассматривайте его. Я себя поймал в какой-то момент, что я не слышу диалоги героев, а смотрю, что у них на стене там висят, какие картиночки, логотипчики. Там нужно смотреть еще на английском и разбирать диалоги, где там реальные отсылки, потому что в переводе, да, возможно, я в этом не уверен, возможно, но да, что-то пропало. Блин, черт подери, ребятки, не знаю, мне кажется, что это можно смотреть даже тем, кто в играми вообще не увлекается. А ты знаешь? Вы поймете все то безумие, которое испытываем мы, люди, которыми этими играми все-таки увлечены, не дай боже, сколько лет. Знаешь, что я сделаю? Вот последнее, да? А я второй раз в кинотеатр пойду в него. Все, кто знают, как я не люблю ходить в кинотеатр, в общем, должны оценить это. Ребята, вы себе представляете, что вот это сейчас говорят люди, которым ни хрена не занесли? Нет. Вообще даже близко. Черт возьми. Потери, да. За кино, если что, вообще никому не заносит. Может, кому-то. Ну, я таких историй не слышал. Если вдруг кому интересно. Но ощущение действительно такое, что гениальный шаг распихивать все эти пасхалки. Потому что, во-первых, ты во время просмотра смотришь. И, ну, постоянно. Это реально фильм, в котором вручную каждый кадр сделан. Там не просто, да, там воткнули Overwatch и постоянно его юзают. Нет, вот Overwatch там это... Сколько... Как ее зовут? Трейсер, да? Трейсер сколько раз? Пару раз она вот появилась, и все. Да, и там вот просто фарш. Весь фильм — это фарш, постоянный фарш. То есть там постоянно что-то новое. Каждая сцена вручную сделана. Безумное количество креатива, как в сценарии, так и вот и в идеях, задумках. Как они... Какие экшн-сцены? Я давно экшеном не восхищался в кино, да. А здесь сцена с гонкой, то, что в трейлере. Полная херня, просто полная херня. Когда вы посмотрите это в фильме, ну, в целиком фильм, я думаю, ну... У меня впервые за долгое время от сцены погони в кино мурашки бежали. То есть я сидел... Бежал. Да, да, да. Главное, что это все без потери смысла. То есть гоночка не ради гоночки. У нее есть сценарное обоснование, да? У нее есть своя история у этого уровня, так сказать. И так весь фильм скроен. И экшн-сцены охренительные. И они еще постоянно все это перемежают с реальным миром. Вот это самое охренительное. То есть... Ты вот, кстати, вот заметил, что стилистика реального мира и стилистика вот виртуального, они прям очень сильно отличаются. Они даже нарочито мультяшными сделаны, вот эти все аватары, чтобы ты их, в общем-то, ассоциировал с персонажами, но чтобы они все равно были другими. И вот этот вот контраст, причем заметь, даже гамма в реальном мире, она такая серая, какая-то поганая, там ни одной солнечной сцены нет и так далее. Нет, одна есть, не буду спойлерить. Это реальный мир. Да. И вот этот, на этом контрасте он воспринимается реально как очень крутая игра. Ну, то есть, блин, это, скажу больше, мы Mortal Kombat вспоминали, да? Это вторая за всю историю не стыдная, я бы даже сказал, клевый фильм по мотивам видеоигр. Да мне вообще нечего сказать, я под впечатлением. Но взаимно. Мир, ограниченный лишь твоим воображением.
Люди приходят сюда ради возможности что-то сделать, но остаются, потому что могут кем-то стать. Меня поразило, насколько Спилберг со своей командой действительно проник в этот мир. То есть это человек, который создал все-таки массовую культуру в современном понимании во многом, но он создал только ее часть, да, он икона этой культуры, и он у истоков был. Но меня поразило, насколько глубоко, то есть там столько вещей для тех, кто играет в игры, для тех, кто именно гик по кино. Дюран-Дюран. И со стороны музыки тоже. Очень крутая работа, но при этом, конечно, некоторое такое вот доброе старперское напутие он такое вставляет в конце фильма. Короче, мы спросили у поколения 20-летних. Sony сказали 12 из 10. Да. Все, всем. Вот это меня удивило, то, что все люди, которые вот на этом всем не выросли, им фильм здесь тоже понравился. Это вин-вин. То есть Спилберг красавчик. Это единственный человек, который до сих пор умеет... Он изобрел жанр блокбастера, он до сих пор делает кино для всех, которое... Кино с большой буквы, да, вот это не, извините, не Marvel, это не Трансформеры, хотя он там был продюсером, это действительно папа. Да, папа пришел и он сделал фильм события опять, который вот... Сейчас понял, какая еще одна важная вещь в этом кино сделана. Смотрите, в очень многих фильмах про игры, которые снимаются для аудитории, которая, может быть, даже в играх не очень разбирается, когда вот хочешь игроков зацепить за всех остальных, там всякие игровые шуточки, они на таких серьезных щах, вот, то есть для игроков они выглядят очень примитивно и странно, а для людей, которые в играх не знаются, они просто не понимают. А тут идеальнейший баланс, потому что они достаточно, не то что даже плоские, а простые эти шутки для того, их поняли люди, которые про игры почти ничего не знают, и они возведены в гротеск стилистикой, чтобы обычные игроки с них все равно продолжали ржать, потому что понимают, что шутят не на серьезных щах. Это очень круто. Кто этот? Парсифаль. И как, черт возьми, он ворвался вперед? Найдите его. Это не просто игра. Реально, фильм события, на этом и закончим. Идти всем, причем по несколько раз, вот еще скажешь спасибо, скажете и пойдете еще раз. А потом DVD, что вот сразу видно старого человека, DVD, блин. Netflix. Короче, реально, давно такого не было. Слишком, я бы сказал, давно. Вот я, как человек, который все-таки фильмы обозревает, схожу уже в кино, потому что надо. На очередной Marvel сижу, и уже вот эта оценочность идет, когда ты уже не картину целиком смотришь, а автоматически раскладываешь ее на части. Эта сцена хорошая, эта плохая. Здесь этого не происходит. Ты, сволочь, впервые за долгое время сидишь и смотришь охеренное кино. Все сцены хорошие. Я знаю, что я не вру, потому что я сидел рядом и видел, как они ржали просто. Да, это, кстати, делал весь зал, все постоянно. Обычно за фильм, ну, 2-3 раза аплодируют. Здесь постоянно все аплодировали, орали, кричали. Короче, шедевр, идите в кино. Number one. Yeah, ready. Это не что иное, как война за контроль над будущим. Добро пожаловать в сопротивление, Уэйд. Как многие из вас, я просто сбежал сюда. Но нашел нечто большее, чем просто себя. Вы готовы к битве? Помогите спасти Оазис. We'll be right back.